20 мая 2018 год, Харьков, 12.04 по Киеву. Спрашивали, где было прокатов в Харькове. Ребята, вот Белгородское шоссе, поворот на Пятихатке. Тут велопрокаты один на другом. Это вообще проката. Прокатик. Велопрокатик. И такой велопрокат. И там прокат велосипеда. И там прокат. Возле автостанции прямо. Или прямо на автостанции. И вот там я сейчас еще один возле памятника велосипедистов, кто знает. Еще один прокат увидел новый. Так что хватает.